Компания Food Service представляет кукурузоварку-пароварку модели MHM22 производства завода Юрет. Аппарат состоит из емкости для воды, съемной корзинки и крышки. Емкость, крышка, корзинка и тен аппарата изготовлены из пищевой нержавеющей стали толщиной 1 мм. В нижней части емкости кукурузоварки расположен регулятор температуры и индикатор включения электронагревателя, а также патрубок для слива воды. Конструкция пароварки позволяет легко встроить ее в столешницу или барную стойку. Аппарат имеет открытый тен, что обеспечивает более быстрый нагрев воды, чем у аналогичных устройств. Початки кукурузы или зерно размещаются в корзинке и варятся на пару, образованном от кипящей емкости воды. Крышка кукурузоварки имеет сферическую форму и полированную поверхность, что придает особый привлекательный вид при встраивании аппарата в столешницу. В офисе компании Food Service данная кукурузоварка представлена на выставке, где всегда ее можно увидеть и убедиться в качестве исполнения. Мы находимся по адресу: город Киев, улица полковника Шутова, 9А.